Здрасте. Что скажете иркутянам? Всем счастья, здоровья. Так вы из Иркутска? Да, я иркутянин. А давно уехали? 5 лет назад. А сейчас где? Сейчас вот здесь, на несколько дней, а так в основном Азия. Азия, Корея, там, Тайвань. Ой, Китай. Как интересно. Я, честно говоря, так мечтаю туда когда-нибудь добраться. Может, мне поможете? У вас там в соцсетях есть что-нибудь? Есть, да. Музыка есть? Музыка пока не будет, но сейчас уже будет скоро. Кстати, вот у меня очень много роликов, уже около 1000 там всяких разных, с моими слайд-шоу, там, с моими работами. И катастрофически не хватает авторской музыки, в том смысле, что когда я начинаю ставить какую-то музыку, то YouTube вырезает как авторство. Ваши треки можно ставить? Ну да. Вот. Я буду ставить, и я обязательно пишу, чье, где, как. Хорошо. Но я импровизирую сейчас. Так понятно. А вообще вот этот вот стиль, вот, который вот вы играете, он имеет какое-то название, какое-то определение? Наверное, нет. Один мой друг сказал, что это дрим-рок, только отчасти, наверное. В основном импровизация, где-то блюз, в основном. Ну вот, я все-таки как-то немножечко музыкой занимался, и даже гитарой, и даже музыкальную школу закончил. Да, тут, там у меня совсем другое, у меня там классическая шестиструнная гитара, да. Но у вас, а вы как выбираете? Вот это 4 струны, ну, по сути дела, там басовый настрой, нет? На укулеле, да, вот которая, да. У меня стоит строй в октаву, настроена до и соль. То есть 4 струны, и 2 из них до, и 2 из них соль. Ну, вот, в данном случае я уже это не так сильно понимаю. Вот бас-гитара, она так же строится, нет? Нет, по-другому, да. Это как бы такой, я бы сказал, более придуманный. Мы сами придумали этот строй. То есть это ваш, да? Отлично. Почти, да? Да. Ну, я смотрел, аккорды все равно вы там ставите, какие-то знакомые были мне. На укулеле я сам нахожу гаммы, то есть я сам играю там. Это получается. А как вы определяете вот разницу играть или на гитаре, или на шестиструнной, да, или вот на этой? Ну, я просто сажусь, и это для меня одинаково. Я просто по факту сажусь и выбираю, что играть. Это как бы импровизация. Я знаю, допустим, внутри какие-то схемы, и они не применяю их просто универсально и в гитаре. С другой стороны, я думаю, что на 4 струнах легче играть. Легче, да. Струны мягче, гораздо быстрее можно перебирать. У нас был Андяк здесь. У него чуть-чуть другой стиль, если вы знакомы. У него там этот лопы, да? Лупит, да? И он там нагоняет, добавляет. У вас вроде бы этого нет. У меня идет, получается, такая семята, да? Такая программа на телефоне. Вот. И она, вот сейчас покажу, она делает всю работу, да, все биты, бас, все это она отсюда я беру. Я понимаю, что у вас там идет фон, да. Но он, походу, вы можете его менять вот во время игры, нет? Нет, но у вас руки-то заняты. Я успеваю, просто я держу ритм правой рукой, и нота похожа просто на эту надпись, она такая. Здесь и левой рукой я меняю. Есть какие-то дорожки, записываю. Здесь пальцем можно записывать, потому что удобно. Я одной рукой играю здесь, а потом все это меняю. Короче, я поражаюсь, насколько наша сейчас техника совершенства достигла. И еще, вот я не знаю, вот, я почему-то раньше не помню такого, но импровизации они всегда были, и в джазе в том числе, да? А вот такие вот импровизации, бесконечные практически, да, вот они идут, наслаиваются. Причем, есть какая-то такая вот восточная музыка, где мы уже эту мелодию даже не улавливаем, там просто идет набор, гармоничный набор звуков, да? Это тоже приятно, интересно, но она не наша, да? А вот у вас более европейская такая все-таки вещь, которая улавливается определенная мелодия, она улавливается, потом уходит. То есть вот мелодично здесь существует, да? Да, нравится и танцевать современное, и что-то вот из восточной музыки, из турецкой музыки. Все это я иногда с простыми мотивами, которые похожи даже на поп-музыку. А теперь вам домашнее задание, или прямо здесь вот сможете симпровизировать, вставить наши сибирские этнические туда мотивы. Что там у нас? Бурятия, Монголия, да? Может быть, вот это вот, ну я не можно знаю. Можно попробовать, но это будет. Мне будет интересно. А давайте. Ну, не прямо сразу. Ну все, спасибо. Счастливо.
Thank you.
Москвы было. На солнце и на солнце.